Нужно заслужить дар, да? Качеством других воплощений. Вы мне сделали смешно. Нет, это совсем не так. И не надо служить каких-то других там воплощений. Ну, во-первых, никаких воплощений практически нет и не бывает. Я имею в виду здесь никаких, там, не знаю, реинкарнаций и всего остального. Это 10% из всего, что происходит с нами. И ничего заслужить не нужно. Вот это вот, ну, так скажем, неверное преподношение, ну, нас просто дурит вот этим, что надо много работать, надо заслужить, надо, ну, вот это все, весь ад, который здесь есть, ада больше нет нигде, кроме как здесь у нас. Мы живем в аду. Это все заслужить. Чтобы денег заработать, надо пахать, не знаю, 100 часов в день. Вот это вот горбатым, вот надо стать, и чем быстрее, тем лучше. Вот у нас всегда ценится вот уставший, горбатый, не знаю, оборванный, еще какой-то. Это все клево, человек работает. Нет, не нужно ничего заслуживать. А дар – это желание взаимодействовать с нами энергоинформационных субстанций, которые называют духами. Мы, как человеческая конструкция, не имеем никакого дара, ничего у нас нет и практически никогда не бывает. Только при взаимодействии с духами они через нас дают все эти знания. И, в общем, у меня есть много видео на эту тему, поэтому если у вас есть интерес, как это заслужить, как добиться того, чтобы они обратили внимание, они через вас реализуются в нашем мире. Вот, наверное, так. Опять же, если вы им подходите по вибрациям, если у вас есть какие-то сновидения, вы в них что-то видите, или, как говорят, там, вещи и сны, или еще что-то такое, ну, много всяких разных названий. Все это мы, естественно, себе приписываем, это мои вещи и сны, это мой дар, я там вот. Ну, нет, друзья мои, это все ничего нашего здесь нет. Просто они взаимодействуют через нас. Как разобраться и как получить этот дар, так скажем? У меня тоже есть много интересных практик для того, чтобы получить этот дар, для того, чтобы они вас заметили. И это практики, это не надо читать никакие книжки, чужую дичь не стоит читать. Все нужно постигать самому. Об этом я тоже рассказываю. Рассказываю на диагностике дара по видеосвязи. Рассказываю на вебинаре. Ну и, естественно, у меня есть курс, где за 2 месяца я готовлю целителей. А через 2 месяца вы будете уже полноценным целителем. И это у вас никто никогда не отберет. Это будет для вас суперреализация. Но это будет вау. Вы будете нужны, необходимы для людей, которым нужна ваша помощь, ваше исцеление, ваша информация. Поэтому это вау. Ну, естественно, вы никогда не останетесь без финансовой поддержки, которую вам будут оказывать.